Всем еще раз привет. 7 июля 2022 года. Семейка красотка. У нас уже такие матки есть. Такого же, ну, такая же матка есть. И это получается, ну, то есть от той же семьи я поменял. В общем, это была моя семья с моей маткой, а я, получается, дал им другой маточник от другой. А то той семьи вот сзади, семьи номер один. Она опять на ту сторону перебежала. От семьи номер один, в общем. И там такая же самая матка тигровая, прикольная. Но с другой стороны. В общем, матка шикарная. Ну, их мамка была шикарная, поэтому я от них оставил. Сейчас сделаю. Только короче, здесь зажато на одном корпусе. Все, видите, освобождают. Мед выносят наверх, выжимают в магазины. Получается, стоит раз, два, три, четыре, пять. Вон, пять магазинов на семье. И, короче, матке отдаю один гнездовой корпус внизу. Вот она. Они его освободят, она сеет. Уже засела прилично. Все, сейчас я ее мечу аккуратненько. И... аккуратно закрываю, ставлю сюда решетку и, короче, всю пасеку, полностью всю пасеку. В ближайшие дни я полностью опускаю на маток на один корпус. Для того, чтобы они выжимали оттуда нектар и матка могла сеять. Иначе, я говорю, два корпуса, когда оставлю, не будет ни там толку. Матка будет бегать по двум корпусам туда-сюда, будут пятаки расплода. В итоге потом в конце здесь будет, в этой семье будет 8-9 рамок расплода от бруска до бруска, а в тех семьях, где было по два магазина, это уже пройденный этап. Там будет, я пробовал три семьи. В прошлом году я зажал на одном этом, а эти семьи потом были самые сильные, которые на одном магазине я зажал, а которые бы на два магазина на главной взятке работали летом. Они, получается, все были в половину, блин, два раза слабее там, блин. Потому что сейчас, вот я же говорю, нектар отсюда будут с нижнего корпуса освобождать, и здесь максимально будут матки работать. Это будет наиболее эффективно. А вот эти вот пять магазинов, они будут сейчас работать по товарному меду. Они все залиты битком медом. Вот. Начинают с гнезда, вот и пошли. Ну, который был верхний гнездовой, он залитый. И, короче, все залито битком медом. Там я освобождаю его. В общем, все это уже какая по счету, не помню, матка. В общем, работает. Кстати, заметил я такую особенность. Облет маток при таком способе, когда я вот так вот увожу. Ну, то есть в этой же семье. Когда в этой же семье облетывается матка, облет маток составляет 99,9%. А когда облетаю я в облетниках, там получается 50% и ниже. Вот. Почему-то, когда семья именно в семье, матка облетывается, она, во-первых, сильнее гораздо, во-вторых, она в семье почему-то именно облетывается и возвращается с облета. А вот, блин, в отводках и в облетниках там процент гораздо ниже. Вот такая вот особенность. Это тоже я заметил из практики. При такой расстановке ульев 99,9% в таком случае, при таком облете. Почему я пользуюсь таким способом? Он мне нравится. Да, он немножко может геморный, но он дает свои результаты. То есть битком медом я уже отобрал тизный этот корпусов отсюда. Опять все битком залито медом. И вот маточка облеталась, молодая. Все. И получили молодую. Мы отлично. Покажите еще раз, где она тут. Просто шикарная матка. Крупная очень. Не хуже, чем будет выведена тем же джентером. Хотя, конечно, если джентером заморочиться, ну, как бы, если получится джентером, буду джентером выводить. Нет, как бы, это тоже вариант хороший. Вот. Смотри, какая лошадь. Лошадь, реально лошадь. Не хуже, чем джентерским сотом выведена. Один в один такая же по размеру. Спасибо за просмотр, всем пока.